Я вас вітаю з початком і відкриттям турніру лучників всіх часів. Сьогодні ми маємо перший з двох днів. Сьогодні в нас буде 8 зон локацій. Тяжело было или нет? Не совсем тяжело, просто непривычно, клауд особенно. Вроде смотришь, стрела летит нормально в сектор, а потом приходишь, оба недолет, оба перелет. Стрела не летит, куда ты ее как бы поцелил. Вот. Ну, на самом деле интересно, это один из немногих турниров, который прям ты хочешь на него ехать. Тут разные номинации и разные позиции. А что было самое тяжелое? Самое тяжелое, ну, для меня было черный ковыль. Там, где бегать надо было? Да, я путалась, я не могла сосредоточиться на стрельбе, я бежала. Вот. Да, это было самое тяжелое. А самое интересное, это, наверное, жабы. Ну, вот, как ни странно, это через речку стрелять. Да, там, я понял. Был момент, когда начался сильный ветер, а я не могла остановиться. Ну, так как время. Я натягиваю стрелу, и стрела просто делает туда. И все, она ушла. Но было круто. Робите 10 пострілів за нічні стрільби. Дякую за увагу. Можна розходитись командами по локаціям. Ну а как тебе вообще такой формат такого турнира? Необычно. Тяжело или нет? Тяжело, конечно. Подожди. А что самое тяжелое оказалось? Очевидно, мишень не видно.
Доволен? Хорошо, весело, но сильно темно. Сильно темно? Непривычно стрелять? На самом деле терпимо, я ожидал, что будет хуже, местами даже. Даже что-то видно и догадываешься, куда стреляешь. Главное не спешить, а то получается, как всегда. Шановні товариство, посадка на човен буде відбуватися біля порталу. Порталом називається от сам дерево за зеленою сіткою з такими сходинками, тобто ви будете туди прямувати. Інструктори, волонтери мали би вам підказувати напрямок, щоб ви не губилися, куди йти і орієнтувалися. Отож, стрільба з човна. Дуже класно, дуже круто. Цікаво, дійсно, дисципліна. А опыт дракара ще був перший? Так, да, перший опыт дракара. Ну что, как ощущения после вообще яхтинга, ребят? Шикарно, но мало. Напоминает летнюю прогулку вдоль моря? Очень агрессивную прогулку. Чуть-чуть. Что было сложного? Стоять! В принципе сложно. Остальное нормально. Ночные стрельбы. Было необычно. Необычно, но масса удовольствия. Вот там просто вот. Это были тоже первые, так понимаю, твои стрельбы. Да. Ну там вот прям куча удовольствия, потому что оно интересно, оно необычно. Ты где-то видишь, где-то не видишь, хочется догадываться, еще что-то. Ну, вот это действительно прям очень смешно. Слушай, у меня один вопрос, и начнем с самого простого. Это твой не первый турнир, я тебя видел на других турнирах. Скажи мне по сложности, в сравнении с другими турнирами, насколько по 10-бальной системе? Ну, здесь по сложности так оценить, наверное, будет не сильно корректно. Дело в том, что первый день он был примерно на уровне всех остальных турниров, на которых я участвовал. Ну, их немного, да, но были. А вот второй день действительно сложный. Да? Да. А что было самое сложное во втором дне? Было, скажем так, сложно интересно. Особенно, когда мы стреляли с холма, с городища. Это обычно как стреляют, да? Стреляют либо сверху вниз, да, то есть стоя на земле, в мишени, которые либо на полу, либо же они на уровне глаз. А это было перепад по высоте, вот его там видно, ну не знаю, наверное, 12 метров точно. То есть стрелять сверху вниз было интересно.